то двуглавое чудовище Гепа и Допа. В Донецке такого не было. Я шел вчера мимо митинга. Харьковчане против фашизма. Класс! Вот здесь мы вместе. Наши мнения совпадают. Мы против фашизма. Что это такое, когда мы не можем свободно говорить? Нас заглушают. Это ли не фашизм? Гепа и Допа – это обыкновенный фашизм. Харьковчане, Донбасс с вами! Слава Украине! Шановні, що ви розуміли? Зараз мені дзвонять з усіх майданів України. За нас знають, що тут відбувається. За нас молиться вся Україна, реально. Київ, Вінниця, Львів, Одеса. Всі знають, я вам серйозно кажу. До мене підходять наші волонтери. Всі дзвонять, всі дуже переживають, що коїться в Харкові. На нас дивляться всі. Єдина країна, єдина країна. Єдина країна, єдина країна. Дивіться, у нас є наступний виступаючий. Українець вірменського походження. Борис, та він з Києва. Прошу. Я постараюсь коротко, но серце хочет многое сказать. Утром, когда я приехал в Харьков и увидел вот эти центральные улицы, вот так блокированные, в подворотнях огромная куча вот этих бедных, несчастных, которых мы называем тетушки, мне сердце болело. Я подумал, в Харькове царит атмосфера страха. Но когда я увидел, что Майдан прорвался, и несмотря на все, что творится, Майдан стоит, сегодняшний Майдан в Харькове победил. Православные люди добрые, за цей день, ці дні. Я хочу на армянском сказать, бо нету у меня времени молитву прочесть на армянском. Но хочу сердце свое армянское соединить с вами. Бо Украина моя вторая родина. Я за него готов жизнью постоять. Я хочу сказать, то гастват цез ожни, зорацни, амрацни, евурахацни, ахтанакнелев. Пускай Господь вас благословляет, укрепляет, утверждает и дарует радость победами. Аминь. Теперь я скажу коротко такую вещь. Произошло маленькое недоразумение. Некоторые политики не так оценили вчерашнюю резолюцию. Уверяю вас, это недоразумение я. Это все уладится. В Киеве этих недоразумений на Майдане, на едином Майдане, каждый день множество. Но Киевский Майдан, как такой разумное единство все время себя очищает. Так будет в Харькове. Я скажу такое. Судьба Европы решается в Украине сейчас. Европа, мир ждет, чтобы Украина победила. Аминь. Но я хочу сказать всем харьковчанам и тем, которые там стоят, судьба Украины решается в Харькове. Почему? Почему скажу? Потому что то, что тут называется Кернес Добкин, это не слабая власть. Это не керуется Януковичем. Янукович скорее им керуется. Это власть Кернес Добкин керуется с Кремля. Это мародеры. Это не политики. Их нельзя бояться. Да кто они такие?
Представители свободы. Я понял, что Харьков победил страх. Вот эти красивые люди, это победа Украины. Так что я хочу вот традиционно сказать. Слава Украине! Героям слава! Слава Армении! Відповідаємо теж, героям слава! Слава Армении! Как будет по-армянски спасибо? Шнора галатюн! Шнора галатюн! Шнора галатюн! Шнора галатюн! Та, шановні, зараз мені сказали, що дзвонили з нашої канадської діаспори, діаспори Сполучених Штатів Америки. Вони нас підтримують, вони знають про те, що коїться у Харкові. Серйозно. Зараз підходять наші волонтери, у них є зв'язок. Так, зараз наступне.